Ребятки, всем привет. Ковер вытаскиваю. Ковер вытаскиваю. Не тут. Вот это сначала угол. Угол это вытащи сначала. Может, ты их приподнимешь тогда? Стоп. Вытаскиваем, короче, ковер. Позвонили раньше времени. Ну, вытаскивай его вперед. Все. Ставь. Теперь скручивай. Я скручиваю, давай ты можешь как-то поможешь тоже. Скручиваю его потихоньку. Я нормально такой, да? Да. Давай. Короче, запомните ковер, как он есть. Ну, сейчас он придет и поможет скрутить. Чего? Давай. Скручиваю. На, скручиваю. Блин. На. Вот иди да вообще отсюда. Давай без мата и без ругани. Редиска, блин. Все, редиск слышу. Вот такой ковер у нас. Здесь, кстати. Он немножко поврежден. Что сделать? Да. Надеюсь, вот это все подошьют. Да. Я кресло. Надо показать ему это еще. Ну покажи. Можешь попробовать самим? Чего? Вытащить его. Вроде он гуляет. Вытаскивай. Не хватит. Давай, поезд. С камерой, блин. Лазить. Блин. Давай. Лазить тут с камерой, блин. Открывай. Всё, да? Ага. 10-й этаж. Угу. Иди сюда. 10-й этаж. Все. Все, давай скручивай. Вытащи его туда вперед. Кого? Ковер. Чтоб скрутить, да тут ему. На. Хрен знает, как сам скручу. Туда, притащаемся сами сюда. Да, да. Ремонт? Ага. Вот. Там они осмотрят и скажут. Просто у нас вообще такая услуга, как оверлок, есть? Не, ну я видела, у вас там как раз мелкий ремонт, поэтому я к вам обратилась. Так вот, у нас мелкий ремонт обычно это разрывы какие-нибудь, там латочки делают, оверлок полностью, то есть делают, или одну сторону. Пускай все делают полностью, потому что я вот здесь на кресле езжу, и вот он почему-то постоянно делает. В общем, подшейте, чтобы нормально было. Так, а скажите мне, пожалуйста, фамилию? Шелкова. Шелкова. Инициалы? Н.Ю. Размер не знаете, как это? 3/2. Это как синтетика считается. Угу. Мы уже его чистили один раз. У нас? Нет, не у вас. У вас первый раз. Подшить как-то или может проще действительно, что оверлок сделать полностью? Оверлок просто сделать. Да. Ну, 1200 нормально вообще. Это мы в прошлый раз чистили, знаете, мы чистили кристалл, по-моему, такая была. Мы уже чистили 2 года назад. Есть такое дело, кристалл. Вообще, как я знаю, ковры надо сейчас чистить. Ну, в смысле, раз в полгода. Ну. Это раньше все, знаете, выбивали. По-разному на самом деле везде. У кого как. Ну. Некоторые чистят, пока там кусок асфальта не получится. Да. Ну вот, и не понадобились. Ну, не надо ждать их. Все отлично. 50% скидка? Не, он сказал 20% скидка. Получилось, как это? Вообще, чистка 1200. Плюс он сделал скидку 20% за первое обращение. Ну, а по поводу ремонта, это он сказал, будет потом отдельно. Ну, там скажет тебе, сколько будет стоить. Если, ну что, давай иди туда. Сделает. Я про пылесос, потому что я его здесь сейчас потрогала. Да, пыль под ним. И надо помыть. Одень тапочки. Мелкий песок какой-то. Мелкий песок, да, пыль. Сейчас надо пропылесосить и помыть полы. Видишь, как легко.
Ну, кстати, да. Но он вытащился. А как ты будешь затаскивать? Так же. Так же? И вот она будет как-то вот так вот волной, вот так-то, потом ты поднимешь ее так... Вот так же ложишь его. Кладешь. Сюда близко я поднимаю, и ты вот туда... Вот так вот. Ну, чтобы снять, да, до кудова. Нет, ну вообще, когда будем класть, нужно будет сначала вот этот край положить. Думаешь? Да. Тогда придется тот край ложишь. Кладешь. Ложишь. Кладешь. А я сказал ложишь. Кладешь. Ложишь. Короче. Потом сюда это, подкатываешь его. Я поднимаю просто выше. Ты его закатываешь туда. Все. Выше ты так не поднимешь. Там вот такой валик ты не поднимешь. Его проще вот так вот волной сделать. Почему? Спорим? Вот давай. Так, давай не ломай кровать. Валик свой. Ну давай. Гляди валик. Давай, мы смотрим вместе. 3, 4. У тебя там это геморрой ноль на будет. Здесь только давай, вот эта спинка мешает, когда понимаешь. Да? А что, она не тяжелая кровать-то? Нет. Там что? Во, видишь, красная, это... Слушай, вакцина у него, это, геройскую силу, ну-ка, бицуха, покажи, покажи. Я бицуху. Отсюда. Иди давай, поднесусь. А ты иди посуду мой. Да, а ты ее убрала? Да, все убрала, да. Я что-то не заметила. А я заметила. Все, у Вована кончились силы. Лежит и говорит, ты вот здесь пропылесосишь, там пропылесосишь. Да. А я вот пылесошу, девочка. Вован мне помогает. Помыл этот после пылесоса штуку. Постоянно моет. Молодец. Вот знаете, вроде хорошо вот этот вот пылесос с мокрым фильтром, но замучаешься, конечно, каждый раз мыть этот фильтр. Ну, зато каждый раз чисто. Все, смыл унитаз и все. Никакой грязище. Вся пыль, вся грязь, она вся седает. Сейчас еще вот надо полы помыть. Везде пропылесосил. Сейчас надо полы помыть. Все. Хотел завтра убраться. А видите, как это сегодня получилось. Ну, в любом случае, хорошо. Завтра, значит, буду валяться, пузо чесать. Вот так. Все, Ваня, отходи, давай, я буду мыть. Матерь звони. Будем когда-то. Я буду. Ну, тоже только одну сделаю. Три. Третий день сегодня. Поликлинику. Чёрт. Думать, делать или не делать. А он всё думает. На кухне. Опять же, это так же, как в ванной. Там ее кто-то делал, потом бросил на полпути. Все. Исчез. Там кто-то другой доделал.
там выкладывал заново. Да. Ой, туч. Не знаю, у нас тут вообще слух. Мимо все идет. У нас же пока пара капель накапала еще. И ничего нету. Угу. Ну да. Сейчас он везде в этих озерках на обзоре, он пишет, какие-то червяки кусаются. Кусаются, блин. Там купаться-то негде. Лучше домой подождем. Он в ванной купается. Ну да. Да, искупнулся и... Можно это соли добавить, как это в соленой водичке, как в море. Ну, не говорит. Говорит, соли добавить туда. И говорит, как на море. В ванную. Да. И как на море. Как на море. Больно, хорошо. Чтобы не так жарко-то было. Ну, может, сесть и сядь, чтоб потом фиг встанешь, наверное. И все, вот, тоже сделали. Видно, звук. Все, температура пошла. Все нормально. Ну, у нас, слава богу, хоть и прошло. Точно у тебя. Ну, об этом многие говорят, то тень температуры. Это потом сутки держится где-то. 37,2, 37,1. Чего мужик приходит в сервис? Ну, дальше. Пенсию оформлять. Ага. И говорит, у меня там год это, быть, я, говорит, ветеран Куликовской битвы. Куликовской. Нужно, говорит, справку принести о том, что вы участвовали в этом сражении. Ага. Да, говорит, откуда я его возьму справку-то? Это же было 700 лет назад, говорит. Ага. Не знаю, это, говорит, татары же приносят. Да, бывает такое. Ну все, в общем, я убралась. Все перемыла, полы пропылесосила, все помыла везде еще полы, вот на лоджии, на кухне, в туалете с ванной, в общем, везде, где можно было, ковры даже немножечко, ну, вот это, как их дорожки прошлась, все хорошо. Че там, ты мать перезвонил? Че, нормально у нее там все? Ну, последние, сколько номеров псели. Это после чего? После линии. Че там, мама-то, все в порядке? Нормально. Сказал, что сделали прививку? Как она к этому отнеслась? Нет, нормально. Нормально? Дядя Лёша как думает всё. Дядя Лёша думает всё. Ну ты ему скажи, что мы тоже сделали. Может, он это соберется. Вот, тоже. Мы как, так сказать, как пример. Хотя, на самом деле, примером был твой отец, который сделал. Вот, сначала отец у Вовки, потом племянница, потом вот мы. Лёшка, кстати, тоже была. Температура как-то. Тоже была, да? Потом прошло? Да. Ну, сейчас, слава богу, у нас тоже все прошло. Коврик у нас теперь будет чистый. Правда, чистить его будут примерно неделю. Вот, примерно мы неделю будем без ковра. Вот видите, здесь вот старый еще линолеум. Такая вот очень некрасивая. Раньше вот видите, как стелили линолеум двумя кусками. Это сейчас вот одним куском. У нас так хорошо все прикрывал этот коврик. Сейчас вот коврика нету. И будем жить в ужасных условиях. Да нет, конечно, когда-нибудь это все-таки соберемся, сделаем полностью ремонт. Вот, чтобы и все полы поменять, и все-все-все. Только еще найти кучу денег, сил и желания все это сделать. Мне кажется, если нормально делать, тут уйдет, ну не знаю. Даже чисто вот на мелкий косметический ремонт 1500. Вот там это ковры поменять, там, не знаю, эти обойки сделать. Еще чего-нибудь. Вот минимум 1500 уйдет. Ой. Сейчас кто-нибудь напишет. Сэкономьте на еде. Вот, глядишь, и это. Придется сколько? Несколько лет сидеть на холодном, сухом пайке-то, да? Чтобы сэкономить такую сумму.
Ну ничего, потихоньку, полегоньку. Вот. Кстати, знаете, вот раньше-то все. Мы 2 года назад сдавали тоже вот эту профессиональную чистку. Вот, и очень хорошо, прям такая разница была, прям ковер прям идеальный был. Вот, а сейчас вот тоже решили, потому что пролили, говорю, лимонад, и липкий ковер остался. Ну и, как говорится, давно уже пора надо было. И что-то все, знаете, из-за кровати все что-то тянули-тянули, и тут вот Нина пролила, и все, и побежала вызывать всяких ковров-бовров. Вот. Получилось как 1200, если не такие тяжелые там загрязнения. Но у нас же нету этих животных там домашних, детей и прочее. Вот, так что у нас все чисто, хороший ковер. Мы регулярно его пылесосили, конечно же, но вот видите, профессиональная чистка, как раньше, помните, выходили, у меня отец все в детстве, когда это было, потом в последнее время, кстати говоря, не делал, выбивал ковер все. А сейчас, по-моему, даже и запрещено ковры выбивать, не знаешь? Чего? Ковры, помнишь, как в детстве выбивали? У нас он до сих пор не убивает. Ну, у вас это до сих пор. А вот здесь ты пойди, выйди с этим. А здесь где ты ее? В детской площадке. Только где? Здесь нету этой даже. Специально? У нас специально это стоит до сих пор. Угу. Металлическая. У дяди Лёши это во дворе тоже стоит такая же. Угу. Это турникет типа? Выбивалка. Угу. Типа турникета, да? Ну, да, там как типа турникет такой и внизу решетка. Угу. То есть, может, так а решетка зачем? Или вставать, или это маленькие эти. А то есть она специально для ковра, что ли, сделана? Да. Не, ну у нас, по-моему, такой даже не осталось во дворе-то. Да и как-то, знаете, не знаю. Хотя, может быть, можно. Можно как-нибудь зимой следующий Вована. Сейчас вот пока чистенький будет, а через полгодика вот как раз будет зима. И Вовчика там с веничком. Эх, выбивайся. Специально его выбивалку купим. Будет здорово. Ладно, ребятки, короче, все. Чистота, порядок, ковер забрали. Пойду тоже себя приведу в порядок. Что-то я прям вся потная. Не надо напрягаться, а я как всегда, вот видите, раз. А вы говорите, почему я не толстею? Потому что вот я постоянно в движении. Да-да-да, постоянно вот какие-то дела себе находишь. Ладно, всех люблю, всех целую. Увидимся в следующих выпусках. Пока.